Наконец-то. Вопросы. Вопросы в зал. Скандал, интриги, расследования. Не стесняйся, дай комментарий. Что ты хотел сказать? Микрофончик? Да! Ой, простите. Я так был рад. Вопросы. До какого времени вы верили в Деда Мороза? До какого? До какого возраста? Я понял. Сейчас, простите, я просто... У меня мама с папой работали Дед Мороза на Снегурочке. И я первый раз пошел на подработку в 3 года. Мне мама шила костюмчик. А? Нового года. И у меня шапочка была. Каждая последняя циферка перешивалась. Поэтому... мне кажется, я до сих пор верю в него. Потому что мы его наместники. Мы наместники, да? То есть ты веселый эльф? Нет, веселый эльф ты. А я Новый год. Я маленький Дед Мороз был без бороды. А потом чуть-чуть подрос. И, честно скажу, я никогда особо не испытывал такие эмоции. Вот этого катарсиса, что ли, как говорят у нас на сцене. И именно вот здесь сейчас результата своего вклада, это когда я работал с мамой Дед Мороз. Когда мы ездили по квартирам, все к семьям и к детям, и когда мы опаздывали, бывало, бензин заканчивался в машине, там, да, у таксистов, и мы пешком, и уже за полночь приходили, но не отменяли заказы. И дети ждали и ложились спать. И родители просто приходили аккуратненько. Мама, конечно, на кухню с родителями газировочку взрослую. А я я все-таки Дедушка Мороз, и дети, особенно девочки, ждут Дедушку Мороза. А в чем я говорю? И мальчики тоже, да? Просто не скрываются. И когда я заходил, например, в комнатку, да, и ребенок просто просыпался, и когда я видел эту реакцию, и просто по-человечески вот так у кроватки поговорить с ребеночком, и когда они открывали свою душу, я просто ревел. Я такое счастье испытывал, что, не знаю, в общем... А? Да, и я сам в этот момент верил, что я должен быть Дедушкой Морозом, потому что я должен продлевать эту веру в людях, в детях. Неважно, как к этому относиться потом, это переоценка происходит, но вера – это же в добро, в чудо, в счастье, в радость. Это всеобъемлющее, я не знаю, как это назвать, это любовь. Да, как я говорю, любовь – это единственная сила, которая, наверное, заставляет нас, наш кораблик, не потонуть. И всю жизнь эта сила нас поддерживает. Поэтому... Теперь он работает только в мюзиклах. Дети такого Деда Мороза потеряли. Нет, это другое дело, и тут более такое... Театр – это тоже сцена, это интимное, да, публичное одиночество все-таки. И коллективное, да, я за один раз могу со всеми пообщаться. Но, я думаю, вы меня понимаете, это что-то другое. И прям, не знаю, когда бутылку шампанского разрывали, да, когда твои эмоции, но это позитивная, добрая энергия, в тебе такие чувства, что я, боже, почему это не моя дочка? Когда я еще студентом был, да? Почему это не мой сыночек? Боже, какие они чудесные, они верят, и я сам буду верить в это. И буду, поэтому... Поверь, они чудесные только в момент праздника. Спасибо, моя хорошая. Остальные 300. Спасибо за вопросы. Это не святое, да? Это вера в добро, в любовь. Но на самом деле, согласись, что артисты, они не растут. Артист все равно остается ребенком. Мы на все очень реагируем.
нас иногда такие ну, бывают детские. Это правда. Ну просто ребенок, он всегда испытывает яркие эмоции. И мы также испытываем очень яркие эмоции, чтобы мы могли их передавать. Поэтому мы очень близки к детям. Мы можем их очень хорошо понять. Вот. Ну и духа.